подводят итоги и строят планы на будущее. На волонтерский слет собрались 20 отрядов Октябрьского района. Эти молодые парни и девушки получают новые знания, которыми потом будут делиться с другими. Как найти управу на недобросовестно управляющую компанию? Как правильно рассчитать коммунальные платежи? Этому волонтеров учат в школе будущих владельцев жилья. Я научился рассчитывать коммунальные выплаты всякие. Что, например, за свет, как за свет платить, что при тех случаях, когда ты уехал куда-то, что можно не платить за эти за коммунальные услуги. Обучение в школе будущих владельцев жилья уже прошли сотни подростков. Раз в полгода во время летней смены в лагерях отдыха ребятам читают специальные лекции, раздают брошюры, чтобы свои права и обязанности знал каждый. Когда человек знает юридические аспекты как собственника жилья, он понимает, кто живет с ним рядом, он участвует в благоустройстве, участвует в субботниках, в акциях добра. Когда он вырастает, он становится сам активным жителем с гражданской позиции. Пока школа будущего владельца жилья действует только на территории Октябрьского района. Волонтеры планируют преподать уроки коммунальной грамотности жителям других районов города. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».